Делаем движение так. Раз. И вернулись назад. Два. И
Делаем
вход, ставим ее, снимаем левую руку, разворачиваем правую стопу и шагаем еще правой ногой дальше назад, разъезжаясь. Идеальная длинная правая нога. Паком тянемся в пол. От макушки до пятки ровная прямая линия. Внимание, работаем только с правой ногой. В пол левой ноги, в игре правой. В пол, назад. При этом заметьте, левая нога остается все время в одном и том же положении. Правая, назад. Правая, назад. Четыре. Три. Руками держите упор. Два. Затылком держите потолок. Один. Выпрямим. Внимание. Выпрямили. Руками идем на левое бедро. Раз. И два. Опустились, Наташа. Вниз. Раскрыли грудь. И держим. Десять. Девять. Восемь. Семь. Будет высоко. Шесть. Правое колено заблокировано. Четыре. Три, два, один, опускаем колено. И уходим теперь. Руки назад, стопой левой потянулись вверх. И руки вверх, вес тела вниз. Вдох и выдох. Вдох. Выдох, выдох, выдох. Находим в каждом положении крайнюю точку. И вперед, назад. Вверх, вниз, и вверх, и вниз, и три, два, и один, назад. Лопатки собрать руками, оттянуть себя назад, да? Идеально левая нога. Четыре. Три ниже ребрами к бедру. Два. И один. Отпустили руки и опустились вниз, расслабив плечи и держим это положение. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. И один. Вес тела на руки. Раз. И левая нога выше, и назад. Два. Стопами упираемся в ковер. Вдох и на выдохе выше. В горку. Вес тела на пятки, руками и ногами растягиваем ковер в разные направления, хотим его порвать. Четыре, три, два, один. Внимание ногами к рукам. Раз и два. Расслабили плечи, шею, пружину внизу. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И раскручиваемся. Вверх, 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 вверх. Вдох, выдох. Теплом делится. Теплом выдох. Еще раз вдох. Вдох. Левая нога на носок. Левая рука на поясницу, поясничный тропик. Вдох. И на выдохе начинаем делать наклон, прогнувшись. Соответственно, правую ногу вы сгибаете в колени. Но акцент на тазобедренный сустав. Двигаемся в тазобедренном суставе. Вдох нос. Выдох нос. Еще. Вытянуться. Достаточно. Вытянуться. И расслабляйте пресс. И. Два. Последний раз. Один. Возвращаем ногу назад. И левая нога уходит назад. Разгибаем. Пробалансируйте. И вернитесь назад. Пускай ферма ногу палец. Приподнявшись. Вдох. Выдох. И вверх. Посмотрите. Взгляд выше линии горизонта. Еще. Вдох. И выдох. 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 И назад. Вдох и выдох, 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 выдох. И назад. Еще. Четыре.
молодцы. Три. Не машите конечностями. И. Два. И последний раз. Задержитесь. Проколотите. Включите стопу в работу, убирайтесь вправо с подоконником. Руки старайтесь вытянуть до линии уха. И вытянитесь. Четыре. Три. Два. Один. И левая нога назад. Раз. Развернули ее сразу. Правая вперед, левая в сторону, руки в стороны. И начинаем. Сгибаем правую и уходим во внутреннюю часть. И вернулись. Вдох, выдох. Назад. Выдох. Делаем 7 пружин, 7, 6,
хочет попить, можете попить. Все остальные потихонечку смещаются сначала в обратно, немножко переехали. Кто не хочет пить, продолжает вместе со мной делать рудалку. Ждем остальных. Мы стоим, как говорится, без тела. Вдох. Медленно назад. Сейчас дождемся еще всех. Еще раз вместе выполняем. Не скручиваем. Ладони ставим перед ступами и внимание медленно шагаем ногами назад, 4 шага. Раз, два, три, четыре. Вышли в такую красивую планку. А теперь внимание. Мы делаем собаку мордой вниз, разгибаем ноги в коленях и на ровных ногах 4 шага к рукам. Раз, два, три, четыре. Присогнули теперь ноги, раскручиваемся вверх. И одновременно выходим вверх, на баланс ногу пальцем. Пробалансировать. И медленно опускаемся. Мы повторяем сейчас такой проход. Опять располагаем ладони перед стопой. 4 шага руками назад. Раз, нога, три, четыре. Выше сначала в планку. Вытянулись теперь на сильных руках, подняли таз вверх, заблокировали колени и народу ногах руках. Раз, два, три, четыре. Присогнули ноги, раскручиваемся. На баланс. Медленно вниз. Скручиваемся. Четыре кварта. Вдох, выдох. Собака вниз. Длинные ноги шагаем. Раз, два, три, четыре. Присогнули ноги, раскручиваемся. И у нас с вами сейчас будет еще одно повторение. Растаем, растаем, растаем. Медленно опускаемся. Скручиваемся. Упор, шагаем. Раз, два, три, четыре. Ладно. Вдох и выдох. Таз назад. И более ровными ногами шагаем. Раз, два, три, четыре. Здесь стоп, расслабили плечи и уже вниз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ладошки перед ступами. Опустили голову в рамку между и выпрямили ноги в колени. Пока не получается уложить ладошки, тянитесь руками вверх, но постойте на ровных ногах. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Ноги в колени присогнули и шагнули вправо, левой ногой назад. Вправо, лево. И опускаемся вниз к нашему. Ладони под плечи, локти прижали к корпусу. Вытяните ноги, напрягите ягодицы, напрягите пресс, вытяните шею. Комфортно отталкиваемся руками от ковра. Поворачиваем голову вправо, полукруг влево. Возвращаем к центру и опускаемся вниз. И вдох. Вытянулись плечи с голову. Влево. Полукруг. Вправо. К центру и вниз. Вдох. Выдох. Все.
Катя говорит, молодцы, еще по разу, правая сторона, поворот, вокруг, поворот и вниз. И последний раз, локти прижаты к корпусу, поворот, вокруг, поворот и назад. Пальцами ног убираемся в ковер, выталкиваемся вверх, ладони приклеили, толкнули таз в пятку. Раз. Через круглую спину. Уходим в прогиб. Два. Круглая спина. Выгнули спину вверх. Подбородок опустили на круглую клетку. И опустили ягодицы к пяткам. Потянулись. Опять вдох. Кошки становятся на дыбы. Потянулись. Не смещайте ладони. Насколько получается выполнить это движение, настолько пусть они и остаются руками. Не перебирайте потом. Трогая спиной. Выдохнули, выдохнули. И потянулись еще дальше. Ягодицами к пяткам, подмышками в пол. Вдох. Делаем упор, вытягиваем макушку. Опять вдох. Назад, 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 назад. Потянуться подмышками в пол. И последний раз. Вперед. Выдох, 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 выдох. И назад, назад, назад. И останемся в этом положении. Стопы, помните, держим упор. Сейчас мы уберем на ковер. И тянитесь подмышками в пол. Прогиб. Грудном отделе держим 4, 3, 2 и 1. Ладони и шагнули к голове. Оттолкнулись на ногах, поднялись на четвереньки, положили полностью стоп и раскрутились руками. Мы выходим 2. Откручиваем таз, подбородок на грудную клетку. Вдох, руки через вверх, таз назад и потянуться руками к пяткам. Руки вверх, вдох, круглая спина. Таз толкнулись вперед. Теперь круглая, 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 грудная клетка, руками потянуться к ногам. Вдох и вперед. Смотрите, старайтесь не садиться на пятки. Толкайте нас не вот так. Уйти тазом вперед, руками назад. И потянулись. Еще. Вдох. На другой раз. Таз вперед. Еще. Да-да-да-да-да-да-да-да. Опускайте лопатки вниз. Я хочу видеть вашу шею. Раскрывайте. Да? Получается, вы закрыли грудную клетку. А теперь открыли, открыли, открыли. Длинные руки тянут вас к пяткам. И еще раз. Вперед. Вдох. Вдох. Вверх. Скручиваемся вниз. Становимся на четвереньки. Стопами упираемся в пол. Выходим в положение горки. Потянулись копчиком вверх. Внимание. Руками шагайте вперед в ванну. Раз. Два. Три. И... таз вверх, собака вот вниз, и длинными ногами, ровными ногами шагаем руками. Раз, два, три, и четыре. И движение рук об расплечиваемся. Хорошо. Два. Скручиваемся вниз, мягкие колени максимально расслабив линию позвоночника. Толкните сейчас немножко лобовую кость вперед и вовнутрь колбу. Расслабьте плечи и пружины. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ладошки перед стопами, левой, правой ногой назад. Раз и два. Через два ложимся на шпон. И повторяем с вами полукобру. Ладони под плечи, локти назад. Опустили лопатки вниз, напрягли ягодицу пресс,
Выпрямите стопы, длинные-длинные ноги, не упирайтесь. И вверх вдох. Влево. Полукруг. Вправо. Центру и вниз. А вы держите упор руками. И вверх. Поворот. Полукруг. Центр и вниз. Еще. Вдох. Здесь подкружение, расслабьте зону позвоночника полностью.
от кончика до шеи. 4, 3, 2, 1. И опять выходим в ланку по одной ноге назад. Держим упор. Левая нога. Вытянута вверх. Держим упор, левая нога работает. По диагонали колено локоть. Вытянули. А теперь уводим ее в сторону и немножко опускаем веревку. Возвращаем назад. Раз. И колено локоть. По правой, левой. Вернули. А теперь согнули и выводите в сторону как можно дальше. И тяните веревку. И вернули назад. Еще. Колено и локоть. Назад. В диагональ в сторону. И бедра уходят вниз, вниз, вниз. Возвращаем. Еще два раза. Назад. И в сторону. И вниз, 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 вниз. И последний раз. И колено и локоть. Вытянулись. В сторону и вниз. Что такое? Не хочу работать. И готовим правую ногу. Вот. Разъезжается нога. Держим упор. И на бедро. И назад. Раскачиваем вас на бедро. И назад. Я хочу видеть вашу осанку даже в этом положении. Руками отталкиваетесь от ковра, опускаете лопатки вниз и вытягиваетесь. Еще успеете сегодняшний день посутулиться. На занятиях хотя бы старайтесь контролировать. Я понимаю, что в течение дня это все. Но нужно доводить до автоматизма. Еще два. Равномерно называется таз закрытый и выходим руками. Сильная левая нога работает диагонально.
диагональ, назад, в сторону, уложи и бедра вниз, назад, диагональ, назад, в сторону и бедра подать в пол, оттолкнулись, назад, еще два раза. На полу пальца, хорошо? Руки вперед.
перекрыто небо, время солнечного сплетения. Зону пазла сейчас нас тянет. Вытяните макушку и комфортно зажмите наши внутренние сфинктеры, при этом колени толкаясь в стороны. 8. Старайтесь
Нет, я планирую, я хочу с тобой прогулять, но нет, это не так. Я понимаю, все в стороны, на ухо на висок, плечо вниз, сгибаем лучи завязку в суставе, пальцы бросим и тянем рукой к стене, голову к плечу. 4, 3, 2, 1, руку отпускаю, голову в диагональ. Приятное ощущение, боковая поверхность плеч, шея. И отпускаю руку, кладем голову посередине и нервно раскрутимся. Вправо. Налево. И упираемся ладони, пальцы врозь. Тянемся. Опускаем руку. И голова больше идет в диагональ. Рука как плечи свисает. Опускаем руку. Голову по центру. Всем спасибо большое.